Всех приветствую на моем канале, меня зовут Вика, и сегодня очередное видео про похудение. Сегодня мы будем заниматься дома. Вот. А чтобы вы могли наблюдать мой прогресс, который я обещала вам показать, сейчас я его покажу. Первым делом мы всегда начинаем с разминки, и это очень важно, чтобы не потянуть мышцы. Я тоже всегда делаю. Кстати, зацените лук, это моя новая футболка, и лосины тоже новые. Вот если вы хотите, я могу взять распаковку, я купила много прикольных летних. Вот я могу распаковку снять, если вы хотите, если вам интересно, в комментарии пишите, ставьте лайки. Вот. Если наберется 15 лайков, я пойму, что вам интересна распаковка одежды к лету. Вот. А сейчас мы приступим, собственно, к тренировочке. Вот показываю вам, как я тренируюсь. Эта тренировка довольно прикольная в плане. Я ей занимаюсь, и у меня была очень хорошая фигура. Я попробую найти для вас фотографии и вставлю ее куда-то сюда. Какая у меня была фигура. Вот, и думаю, вы видите, что сейчас она не такая. И мы делаем к такой с помощью упражнений, которые я сейчас буду делать. А вот мы размялись. Кстати, скажу, что это помогает также размяться после тренировки. Вот это и до тренировки неплохо. И после тоже. Вот. А как вы поняли по этому оверчу? Да, оверч я тоже использую и кручу его час в день. Так что вы даже можете брать на вооружение, если вам понравится, по часу в день просто крутить. Вот. Ну, конечно, крутить оверч сейчас не буду, живу тренировочка. Очень люблю тренировку начинать, в принципе, с ног. Вот. Ну, я вам тоже праздненько покажу, что я делаю, и много-то, конечно, не буду показывать. Но если вы хотите тренировку от меня на какую-то часть тела, тоже пишите в комментариях. То есть, если вы хотите тренировку на ноги, я вам сниму тренировку на ноги. Хотите на руки? На руки. А сейчас такая вот тренировка на все части тела, общая такая. Вот, стоите прямо, вот, ноги смотрят туда, носочки, и делаем такое вот упражнение. Оп! Это помогает вот этой части, вот вот, чтобы линия красиво образовалась. Я делаю по разному количеству, вот. Можно там 5 сначала, 10, то есть, например, 5. Сделали 5, и в следующий подход еще делайте 5. Также можно назад, тоже это для этой мышцы. Там, кстати, все неровности уберутся. Стоять надо ровно стоять, стараться. Вот втянули и все. Раз, два. И другой ногой. Раз, два. Можете даже к стенке какой-нибудь встать, ну, которая вам поможет выпрямляться. Вот дальше, конечно же, наши любимые приседания. Я всегда делаю носки развернуты в те стороны. Видно? Вот туда. Вот. Там надо, конечно, все делать, но просто я люблю так. Вот так вот. Оп! Потому что вот если делать такие приседания, то это на части мышц, ну и мышцы. А на эти мышцы я делаю выпады, то есть обычные выпады. Вот, приседания. Оп! Молимся на красивую попу. Слышала этот прикол на канале Workout. И это не реклама. Он, по-моему, сейчас по-другому называется. Вот, ну, такие можете приседания тоже поделать. Я такие не делаю. И приседания сумо я их делаю, потому что на внутреннюю часть бедра там, в принципе, не особо много таких упражнений. Оп! Главное не упасть, носочки. Вот те, кто танцами занимался, тому проще всего. Я занималась, конечно, но кажется, кто-то кривой немножко. Вот так вот. Оп! Можно что, груз положить или кота взять, и он поможет вам не упасть. Вот. На пятки давите. Раз, два. Ну, в общем, так вот делаем дальше. На руки иногда помогают такие упражнения, как вот, оп, оп, оп.
Я сначала думала, что очень просто, и разве от этого руки похудеют, или там подкачаются кому надо. А потом поделала, и оказалось, что это тяжело. Надо четко так, оп, оп. Тогда будет наибольший эффект. Так можно легко в руках похудеть. Также, например, это упражнение. То есть вы сами понимаете, что вы трясете, и у вас верхняя и нижняя мышца напрягается. Если вы развернете ладонь, там уже другой немножечко будет. Так вот. Оп. И также вот так вот. Так развернете. Все разные мышцы и такая трясочка. Так вот тоже. Вот тут даже работают плечевые мышцы. Там тоже они становятся лучше. Вот. Вот это, кстати, тоже растяжка. И тоже помогает еще мышцы укрепить. Оп. 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 Дальше, конечно же, любимые отжимания. Можно на коленках здесь, кто не умеет. А я лучше к свету повернусь, на этом окно. В общем, кто не умеет, надо выпрямить спину, постараться. Встать на коленки и вот так вот, оп, втянуть живот и попу, чтобы ровно было. Ну, в футболке в этой сейчас не показать. В общем, отжимаете, да. Я отжимаюсь почти так, но раздеть-то я могу легко. Отжаться. Ну, в смысле, нелегко, но могу. Это узким хватом я делаю. Это получается, скажем, с мышцем. Вот. На трицепсе. Вот, типа, бицепсы сверху, трицепсы снизу. Широкие. Вот, если у вас есть проблемы, мне вот подруга пожаловалась, что у нее вот здесь вот в подмышках такие вот жир, который в топиках смотрится не очень симпатично. Для этого помогают широкие отжимания, поэтому ими тоже пренебрегать не стоит. То есть и узкими. Вот есть очень узкие, это тяжелее всего. Так вот. А есть такие вот средненькие. А есть широкие. То есть это широко, но чтобы был угол 90 градусов. Так вот. Оп. Ну, у меня камера немножко криво стоит. Можно тоже с колен начинать. Вот. Натренируйтесь, можете и без колен. И вас, конечно, это место не будет беспокоить. Вот. У меня тоже есть оно. Тоже. Ну, оно есть у всех в разной мере. Вот, получается, на руки. Еще есть упражнение на руки. Смотрите. Есть такое. То есть вы стоите и вот так вот отжимаете прямо. Как с четверенек. Тогда вес тела давит на руки. И рукам тяжелее становится. Вот. Также есть как поза кобры. И вот такие отжимания. Типа ноги на носочек можно поставить. Типа оп. То есть вы просто оп, 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 оп. Это тоже делаю. У меня есть такой вот комплекс тренировок. И как бы упражнения из него я иногда вынимаю и делаю в любом порядке, который мне надо. Например, если вы делаете выпады, вот выпады вперед обычные, у вас напрягается эта сторона мышцы. И чтобы, если вы делали много, эти мышцы напряглись, вы начинаете делать с задней стороной. Ну, управление на заднюю сторону. И так вот. И типа у вас будет чередоваться, и вы как бы меньше будете уставать, и у вас равномерно будет уставать каждая часть тела. Вот, кстати, насчет выпадов, это вообще самое эффективное упражнение. Я когда изначально была толстая, как бы я когда-то была худая, но потом просто потолстела, и когда начинаешь это делать заново, то как бы устаешь больше. Вот, и выпады — отличное упражнение, которое я раньше не любила. Но вот эти-то вот, например, они вообще просто делаются по сравнению с другими выпадами. Просто вперед. 90 градусов. А есть еще комплекс тоже на ноги и на попу. Тоже, если хотите, говорю, пишите в комментарии. Такая тренировка, которую я тоже использовала. Там просто ноги такие красивые становятся. Тренировка немножечко тяжелая, но такая средняя. Но там надо именно терпеть. То есть это даже довольно подготовленному может немножко сложно показаться. Или можно подходы увеличить. В общем, тоже классная тренировка. И обязательно надо растяжку делать после тренировки. Вот, но мы делаем на такую общую, она не очень сложная. Можно просто походить. Вот, и просто тоже. Я могу вам также показать видео, снять упражнения на ноги. Несколько там, чтобы вы могли выбирать, например, топ-5, топ-10.
И вы их просто можете комбинировать и делать, какие вам нравятся. Есть упражнения, которые кому-то сложно делать, кому-то легко. И вот боковые выпады. Ноги вы разворачиваете вот. Получается прямо, тут пяточка вот так. Вот тоже какие-то вот эти части бедер разрабатывают. Ну, если вы посмотрите видео, где я сняла упражнение для ног, вы можете заметить, может быть, у меня ноги похудели, и вы можете заметить. Но я скажу, что я не особо так много занималась прямо, потому что, опять же, у меня по-прежнему есть учеба, подготовка к ЕГЭ. Поэтому я, конечно же, не могу уделять все свободное время этому. И сразу хочу сказать, что я худею не к лету, а в принципе для жизни. Это ваше тело, вам с ним жить. С каким вы хотите, с таким вы будете жить. Так что я следите за ним. Вот. И вам тоже вот советую также худеть не только к лету, но и к жизни. Хотя к лету тоже важно, потому что у нас одежда более открытая. Также я делаю кардио 2 раза в неделю. Кардио. Силовые тоже делаю 2-3 раза в неделю. И гулять надо каждый день по часу. Примерно час я и гуляю это точно. Примерно вот так у меня проходит неделя. Вот так я такие упражнения делаю. Что касается питания, я в этом видео не рассказала. Вот, но если вам интересно про питание, тоже пишите в комментариях, что вам интересно про питание. И распаковку тоже на 15 лайков я вам сделаю, если вам интересно. И опять же, не забывайте, 15 лайков, если вы хотите какую-то тренировку, чтобы я сняла, и пишите тоже в комментариях. А всем удачи в похудении, всем пока. Надеюсь встретить вас в следующем видео.